Дискотека для детей. Чтоб такое сутки, это вам не шутки. Чтобы время суток знать, надо кое-что понять. Тик-так, 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 тик-так. Утром мы встаем с постели, еле-еле, еле-еле. Потянулись, улыбнулись, наконец-то мы проснулись. Утром делаем зарядку, раз, два, раз, два. Зубы чистим по порядку, раз, два, раз, два. Тик-так, 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 тик-так. Что такое сутки, это вам не шутки. Чтобы время суток знать, надо кое-что понять. Скоро наступает день, нам с тобой гулять не лень. На прогулку мы идем, вместе песенку поем. Мячиком мы скачем, раз, два, раз, два. Хлопнет мячик, мы не плачем, раз, два, раз, два. Тик-так, 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 тик-так. Что такое сутки, это вам не шутки. Чтобы время суток знать, надо кое-что понять. Вот и наступает вечер, нам заняться больше нечем. За окном темнеет свет, нам играть желания нет. На диване посидим, раз, два, раз, два. И на маму поглядим, раз, два, раз, два. Тик-так, 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 тик-так. Что такое сутки? Это вам не шутки. Чтобы время суток знать, надо кое-что понять. За окном темным-темно, детки спят уже давно. Снятся им цветные сны в свете ласковой луны. Детки улыбаются, раз, два, раз, два. Утро дожидаются, раз, два, раз, два. Эй! Железный крепкий друг, мой помощник молоток. А теперь еще разок. Тук-тук, тук-тук. Все могу я делать сам, ведь на радость мастерам под рукой в любой момент самый нужный инструмент. Результат бревен стало целых два. Будут красные дрова. Жик-жик, жик-жик. Все могу я сделать сам, ведь на радость мастерам под рукой в любой момент самый нужный инструмент. Попросил, чтобы
не разрешил. Шумно в комнате теперь, сверил всякие дыры дрель. Дыр-дыр, дыр-дыр. Все могу я делать сам, ведь на радость мастерам под рукой в любой момент самый нужный инструмент. Работу за часок я закончил точно в срок. Новый выстроил забор, острый мне помог топор. Чок-чок, чок-чок. Все могу я сделать сам, ведь на радость мастерам под рукой в любой момент самый нужный инструмент. Сюда. Шик-шик, шик-шик, получилась красота. Я покрасил в кухне пол, стулья и, конечно, стол. И еще чуть-чуть кота, кисточкой туда-сюда. Шик-шик, шик-шик. Попробуй подскажи, бип-бип, отгадай, стекло.
стекла опускай. Бип-бип, отгадай, стекла опускай. Кто же это? Зайчик! Смотри, какие у зайчика длинные ушки! Тоже едет пассажир фиолетовый в машине. Кто же едет, подскажи. Бип-бип, отгадай, стекла опускай. Бип-бип, отгадай, стекла опускай. Кто же это? Обезьянка! Правильно! Вот в коричневой машине тоже едет пассажир. Коричневой машине, ты попробуй подскажи. Бип-бип, отгадай, стекла опускай. Бип-бип, отгадай, стекла опускай. Кто же это? Ого, да это же настоящий лев! Вот и в розовой машине тоже едет пассажир. Кто же в розовой машине, ты попробуй подскажи. Бип-бип, отгадай, стекла опускай. Бип-бип, отгадай, стекла опускай. Интересно, кто же это? Поросенок! Хрю-хрю! Подсып.